В Академии искусств презентовали проект реконструкции школьного бульвара в московском районе Чебоксар. Пешеходная улица уже много лет, по сути, в запустении, хотя и оставалась излюбленным местом прогулок и отдыха горожан. В последнее время выходить сюда с детьми стало просто небезопасно. Полусгнившие березы периодически падали по собственным весом на тропинке. Асфальт разъезжался. В дождливую погоду дорожки превращались в грязное месиво. О том, каким должен стать школьный бульвар, спросили у местных жителей. По нашей мысли, как раз, ну, например, такая вещь, как вот этот небольшой павильончик, он как бы и должен стать площадкой тех смыслов, которые люди привнесут в него. Школьники, да, могут провести там какую-то свою встречу. Значит, там их родители тоже обсудить какие-то свои дела. На аллею выходят две школы и два детских сада. Здесь же и Академия искусств. В связи с этим министр образования и молодежной политики Чувашской республики Алла Салаева подчеркнула важность вовлечения в благоустройство и учащихся. Я ничего плохого не вижу интегрировать историю, да, вот образования через какие-то традиции. Ну, то есть надо, наверное, спросить у школьников, в первую очередь, именно этих школ, да, у директора, какие традиции, там еще что-то. Но через это можно как-то школьную и образовательную историю поднять.